Дэнь, хайлайтером мне намазать все лицо? Да, молодец. Жесть. Дэнь, посмотри, что ты сделал с мамой. Тени мы будем мазать тоналкой. Что за видео получится, я вообще не представляю. Тени! Что там? Что-то я борщанула, по-моему. По твоему рецепту я сейчас останусь без бровей. Чудище лесное. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня мы с Денечкой хотим снять для вас видео. А какое видео? А какое видео мы будем снимать? Дэня будет делать мне макияж. Дэнь, смотри, сколько я всего тебе подготовила. Иди сюда. Как заманить ребенка на съемки. Это непростая задача. Смотри, зай. Я подготовила целую коробочку косметики. Все, что мне нужно для того, чтобы нанести макияж. И сейчас я буду называть какую-то часть тела. А Дэня, я вообще тебе стул подготовила. А Дэня будет выбирать мне, и я этим буду красить ту часть тела, которую я до этого выбрала. Итак, как видите, здесь у меня все. То есть вот тональный, консилер, кисточки. Да. Тональный, консилер, кисточки. Ну давай начнем, Зай. Давай начнем, я вижу, тебя не терпится. Итак, давай. Первое я буду красить тон лица. Тон лица чем? Чем? Вот этой кисточкой, хорошо. А еще, Дэнь, еще выбери что-нибудь, еще выбери. Этой кисточкой? Что? Хайлайтер? Дэнь, хайлайтером мне намазать все лицо? Садись, да, это твой стул. Или хочешь ты маму красить? Открывай. Вот так вот, да. Молодец. Очень хорошо. Мама красивая будет, да? Вот так. Только все личико надо, ты же все сказал. То есть у меня хайлайтер должен быть по всему лицу. Давай, мам, помогу тебе. Красиво маму намазал? Давай, мам, поможем. Ну ты же сказал, что надо намазать хайлайтером все лицо. Давай намажу. Мы должны все делать верно. Так, берем вот так хайлайтер. Я прям два сразу беру, чтобы... Да, но. То есть это вместо тонального. Зай, только не надо туда, пожалуйста, тыкать пальцы. Все лицо, как ты и сказал, я мажу хайлайтером. Хайлайтер, скажи. Хайлайтер. Хайлайтер. Достаточно или еще? Слушайте, ну вот хайлайтер классный, это который в моем магазине продается, он сильно не кладется, так у него очень естественный блеск стоит. Теперь выбери, что вместо консилера. Мне нужно замазать синяки и прыщики. Чем замазать? Давай. Вот, что мы будем красить, да? Хорошо, держи. Так, это твой хайлайтер любимый. А мама пока тенями. Я, естественно, возьму свои какие-то тени. Возьму пальчиком, потому что размазываем мы пальчиком. В общем, я возьму свои стандартные тени. Крашу я обычно вот этими. Очень люблю, видите, они до дыр стертые. Я не буду, то есть, брать как... Ну ладно, Дэнь, может ты выберешь, какой цвет, покажи. Какой? Покажи пальчиком. Вот так, дай пальчик. Ой, вредный мальчик, не хочет пальчиком без выхода. Покажи пальчиком. Не хочет. Ладно, короче, возьму тогда стандартный цвет, которым я все время крашу, и им намажу под глазками. Вот так вот. То есть мы замазываем им синячки, как Дэня нам и сказал. Вот так вот. Прыщички вот тут я замазываю. Мне кажется, мы только усиливаем. Прыщички. Вот здесь я замазываю. Вот так вот. Да? Да будь здоров. Дэня, выбери еще какой-нибудь цвет. Что-то я постарела как будто. Дэнь, выбери еще цвет какой-нибудь. Вот здесь выбери какой-нибудь цвет пальчиком. Ты мне хайлайтер не испорт там. Ладно, еще я делаю светлый. Вот такого светленький. Что я сделаю им? Давайте, я не знаю, куда его нанести. Тут сверху где-нибудь. Короче, вот так, все. Что-то непонятное получается. После того, как я нанесла тональный консилер, мне нужно припудриться. Чем припудриться, Зай? Чем маме припудриться? Так, и еще.
нет, только не это. Что там? Ну? Вот, что это такое ты выбрал? Не заставишь, блин. Блин, я этим не буду припудривать лицо. Жесть. Это для бровей. Коричневый. Мало того, что я его испорчу, можно я его чуть-чуть сделаю? Ну, чисто, ну, как бы... Блин, он еще такой густой. Как им можно припудрить лицо? Блин. Ужас. Блин. Блин, мое любимое слово теперь. Им невозможно припудрить лицо. Дэнни, посмотри, что ты сделал с мамой. На маму глянь. Ну, типа, вот так припудриваем, да? Блин, какой кошмар. О, на что я подписалась? Ясенька, не выбирай больше такое, пожалуйста. Мама, у тебя чумас какой-то будет. Все, не хочу я просто портить лореалевский этот. Так, после того, как мы припудрились, нам нужно намазать тени. Зай, выбери, пожалуйста. Дэнь, выбери, чем маме тень намазать. Давай. Выбирай. Чё? Что это? Это тени мы будем мазать тоналкой. Хорошо, как скажешь. Тени тоналкой это лучше, чем припудриться средством для бровей. Так, тени тоналкой. Ой, что-то я много выдавила. Дофига выдавила. Да. Смотри, мама, как ты говоришь, тень тоналкой мажет. Чё, не работает? Конечно, ты нажал, чё? Wi-Fi отключил. Сейчас будет работать. Так, тени тоналкой. Но это куда ни шло. Вот так красота. И внизу, да? Чуть-чуть внизу. Что за видео получится, я вообще не представляю, Дэн, честное слово. Я не взяла ничего вытереть даже. Кошмар какой. Так, я намазала, как ты говорил, тени. Теперь нам нужно намазать ресницы. Дэн, выбирай. Давай ручку. Тени. Что там? Вау, ты угадал. Давай, мама хоть ресницы намажет тушью для ресниц. Молодец, спасибо. Поцелуй маму. Поцелуй маму, мальчик. Молодец. Так, мама рисует тушь. Делаю все в камеру, что намного сложнее. Вот это ты мне подгон сделал, вот это ты угадал. Спасибо, сынок. А макияж-то ничего получится, если мы уже ресницы хоть тушью накрасили. Так, ну что, вроде уже ничего не получается, да? Так, еще у нас тут остались разные средства. Тушь я уберу, для того, чтобы Денечка его второй раз не выбрал. Дэнни, иди сюда, кись. Дэнни. Дэнни, мальчик. Выбери маме еще что-нибудь, пожалуйста. Маме сейчас нужно, знаешь, что сделать? Маме нужно румяна накрасить. Чем маме румяна накрасить? Вот, молодец, давай. Давай, это губная. Спасибо. С маленьким ребенком снимать, конечно, сложновато. Но румяна он выбрал нормальные. Так, румянки мы делаем на щечки. Раз. Два. Ой, ну хоть когда не жалеть-то? Все аккуратненько, да аккуратненько делаешь. А тут вот хоть с сыном можно нормальный макияж сделать. Что-то я борщанула, по-моему. Что? Блин, это же красный цвет был. Вообще, я думала, может, он красный выберет мне там. Ёптель-моптель. На глаза там, например. Что-то у меня румянец не получился. Кисенька! Мама сделала румянец. Тебе нравится? Красиво? Теперь тебе нужно выбрать, что мне нанести. Господин Даниэль,
Господин Нейнел, пожалуйста, выберите мне, чем накрасить брови. Чем брови накрасить? Ну выбери. Давай, выбирай. Это кисточка. А чем накрасить? Консилер! У-ху, давай. Давай. Дэй, мне чтобы накраситься, надо вот это вот, я не знаю, прыгать из стороны в сторону. Что это такое? Брови красим консилером, как ты и просил. То есть я буду без бровей, по-твоему. По твоему рецепту я сейчас останусь без бровей. Мы их сейчас просто консилером замажем. Хотя они, наверное, могут и не замазаться. Но если их как следует намазать, то они замажутся. Вот так вот снимать с маленьким ребенком. Я думала, сейчас он сядет, начнет мне выбирать. Нифига. Гоняйся за ним. Ну чё, нормально? Безбровая мать. Я не знаю, как вам видно, мне видно, знаете, так смутно, как если бы вы прищурили глазки, например. Я думаю, вам просто получше видно, чем мне. И у вас, наверное, брови вообще какие-то у меня размазанные тут. А у меня на картинке их просто нет. Да и ну и макияж. Посмотри, в кого ты мать превратил. У матери бровей нет, Дэнь. Осталось намазать губы, но у нас тут целых три ингредиента. Кисточки уберу, потому что они что-то ему нравятся. Осталось у нас корректор, который я не делала. Остался черный, это подводочка для глаз. И остались румяна. Сейчас не румяна, а пудра. Сейчас надо, чтобы он выбрал, чем из этого я намажу губы. Обращаемся к нашему гуру. Выбери, чем губы намазать. Да, спасибо. Давай. Не кидай. Это очень дорогая косметика. Губы мы намажем. Это у нас... Что это у нас? Ева. А, это недорогая Ева. У меня просто есть похожий этот... Makeup Forever. Вот. Губы мы намажем, естественно, самым темным, потому что, ну, белым, я не знаю. Не, а что темным? Вообще белым. Давайте белым намажем. Потому что темным это будет... Есть такие красивые, есть вот такие красивые помады, да? Вот такие вот. Ну, без бровей, без губ. Дэнь. Такой макияж сыну или маме забабахал. Чудище лесное. Не, ну такие губные тоже есть. Красивые, да, кстати? Я переборщила тут. Подправить надо. Дэнь, ну и хайлайтер, слушай, ну если ты выберешь пудру для хайлайтера, это будет в принципе красиво, поэтому по идее тебе для того, чтобы закончить мой супер ужасный макияж, надо выбрать вот эту штуку. Давайте посмотрим, что он выберет все-таки, пудру или подводку для глаз, для хайлайтера. Дэниэльчик, выбери, пожалуйста, чем маме сделать хайлайтер? Вот мама пристала. Чей хайлайтер маме сделать, как? Выбирай. Пудру выбрал, давай, молодец. Не кидай, не надо кидать. Так, все-таки пудру, вот ему нравятся натуральные, я смотрю, цвета. Все-таки хайлайтер у нас будет вот такой пудренный. Давайте я возьму кисточку. Может, что изменится? Ой, изменится. Пудру, хайлайтер. Хайлайтер я наношу на носик обильненько, потом над губой. Смотри, Дэнь, какая мама. И под глаз... Блин, сейчас испорчу. Ну, под глазки вот сюда. У меня еще не подсох консилер, там такой слой. Короче, обильно наношу вот так вот прям. Под глаз... Вот здесь вот, под бровки и чуть-чуть, короче, вокруг глаза вот так. Ну, иногда я могу немножко на лобик нанести вот сюда. Тоже чуть-чуть совсем. Дэнь, смотри, какая мама красивая. Ты не хочешь смотреть даже? Закрылся под одеяло? Подожди, но у нас осталась одна подводка. Подводка, это что-то надо сделать? И что мне делать? Давайте сейчас я на бумажке напишу три, чего нам накрасить, а Денька выберет просто какую-то из бумажечек. Сына делает маме макияж, но сына в кадре нет. Сына просто валяется. Короче, я написала вот так вот.
накрасить губы под водкой, глаза, ну, то есть, как обычно накрасить, да, чтобы, ну, ничего, просто подвести. Или просто родинку нарисовать. Сейчас я вот так вот это все оторву. И скатаю. Ну, спрячу, то есть, название. Хотя он еще читать не умеет, но все же. Прячем название вот так вот. От меня. Вдруг подумайте, что я ему буду подсказывать. Где что, я не знаю. Все перемешаем. Идем к Деньке. Даниэлушка, выбери, пожалуйста, бумажечку. Выбери бумажечку. Какую? Выбери одну. Маме дай одну бумажку. Одну маме. Одну. Возьми одну. Ну возьми одну. Одну возьми. Или одну оставь. Ну что ты кидаешь мне все бумажки? На, выбирай. Одну дай маме, одну. Одну дай маме. Какую дашь маме? Да ну одну выбери маме. Одну дай. Смотри, вот я раскидываю вот так. Какую первую возьмешь? Вот ты, тут две взял. Давай. Выбери маме бумажку. Вот это, все. Так, что это у нас? Даня, тут мама пришла с бумажечками играть и убежала, да? Что это у нас тут? Глаза. Спасибо, зая. Хоть глаза намажут, а я чем надо. Так. Хотя ты мог выбрать что угодно. Такая черненькая подводочка. Я сейчас возьму вот так чуть-чуть. И сделаю небольшие стрелочки. Вот такие стрелочки мама сделает. Вот так вот. Ладно. Ну, нормально. Я не гуру по написанию стрелок, так что ставим так. Зайка, ну что, макияж готов? Иди посмотри на маму. Иди на маму посмотри. Иди, посмотри, какая мама красивая. Глянь на маму. Иди сюда. Смотри, какая мама красивая. Ай, иди. Посмотри на маму, что ты нарисовал. Посмотри на маму, что ты нарисовал. Кись, глянь на маму, какая мама. Глянь на маму, какая красивая мама. Мама, ты нарисовал? Ты маму такую нарисовал страшную. Поцелуй, все, поцелуй маму. Давай, поцелуй, я тебя отпущу, давай. То есть ты любишь маму другую, любую, да? Каким бы макияжем она ни накрасилась. Фух, в общем, короче, вот такой вот макияж сделал мне сына. Это, конечно, очень прикольный челлендж, но в нашем возрасте еще очень сложно снимать что-либо вдвоем. На самом деле, эту идею мне подсказали одни из моих подписчиц, типа, вот, было бы прикольно. Вот. Но мне кажется, было бы прикольно, когда он был помладше, а сейчас у него шило в одном жопе, шило в одном месте, и он, ну, просто не сидит на месте, не поймет, что от него надо, и, короче, как-то ему неинтересно, похоже, да? Ну, вроде у нас что-то получилось веселенькое, вот, главное, что сына пытался меня накрасить и поцеловать, и это тоже хорошо. В итоге поцеловал все равно, да, мам? Че, мой сладкий? Мой сладкий зайчик, мамин зайчик. Все, мамин зайчик убегает. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь, целую. Иди помаши. Вот что ты машешь там где-то в уголку? Давай, мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Ты натворил дело, Пинк. Ты тут при чем? Мама сумасшедшая. Пойду смывать.